Пейзажи средней полосы России, каналы Венеции, современная портретная живопись. В Химках открыли выставку работ художника Анатолия Дудника. Больше 40 лет он живет и работает в Химках. Поздравить мастера с 75-летним юбилеем и открытием экспозиции пришли близкие друзья, коллеги и местные жители. В последнее время серия у меня большая «Метро», вот по «Метро». Очень интересный сюжет, всегда сидишь в метро, столько типажей, столько интересных людей. Потом уже перекомпоновываешь в мастерской, уже делаешь сюжет более острее, так сказать, где-то добавляешь, где-то убавляешь. Экспозиция Анатолия Дудника в арт-галерее «Мост» на улице Лавочкина. До 17 февраля выставка открыта для всех желающих.